фотографы похожи на воспитанных детей. Их видно, но не слышно. Так выразился в свое время известный немецкий и австралийский фотограф и фотохудожник Хельмут Ньютон. Так ли это на самом деле? И кто такие фотографы? Как они общаются все-таки между собой, с миром и с нами? Вот об этом сегодня и поговорим. Добрый вечер. Меня зовут Сергей Красновоород. Разговаривать на эту фотографическую тему будем с фотографом Ларой Громадчиковой. Добрый вечер, Лара. Добрый вечер, да. Сергей. Музыкальное сопровождение Ростислав Бондарев. Как вы на самом деле такие фотографы безгласые? Их только везде видно. Вы согласны с Хельмутом Ньютоном? Ньютона обожаю. Но сразу же встану в оппозицию. Фотографы – это не культурные дети. Некультурные? Некультурные. Вот это хорошее сразу. В особенности, если речь идет о фотожурналистах. Как говорил мой редактор, если не пускают в дверь, лезь в окно. Ну, это о какой вообще... культуре может быть речь? Вообще, я лично заметила, что в погоне за хорошим кадром, не знаю, как у других, это бывает, но у меня даже пропадает инстинкт самосохранения. Лезешь на дерево и думаешь не о том, что можешь ляпнуться о земную твердь, а о том, вот не выронить бы камеру из рук. Еще и успеть... Да. Я знаю очень приличных людей, очень приличных фотографов, которые, когда снимают, просто теряют человеческий облик, превращаются в каких-то демонических существ. Потому что вот этот экстаз, вот это пребывание в атмосфере... Честно говоря, как-то я не представляю вас на дереве с фотокамерой. Ну, вообще, ну, фотограф это вот, как это, в массовом сознании, там подиумы элитные такие, а тут вдруг на дереве совершенно бескультурные люди. Сколько угодно. Просто да, не видели, деле. И слава богу. Ну, зато видели, наверное, очень много ваших снимков. И если мы уже так начали с этого, да, вы давно фотографией занимаетесь? Ну, так. Чтобы можно было сказать, я профессиональный фотограф. Еще черно-белые эти были, как это, пленочные фотоаппараты. Столько не живут, сколько я снимаю. Так, я снимаю с 15 лет, когда мне папа подарил свой фотоаппарат, который он купил для того, чтобы запечатлеть меня младенцем. Но потом... И потом этот фотоаппарат лежал тихонько, время от времени папа доставал, что-то фотографировал, да, пока не подросла дочь, которая увидела эту игрушку и... Влюбилась без памяти. А как так случилось, что влюбились в это? То есть вот этот сам процесс, тогда же, ну, наверное, еще пленки, проявитель, закрепитель, сама магия вообще вот этого действа была. Это хорошее слово. Магия. Это действительно, если есть какая-то предрасположенность у человека, то вот начал и все. И от этого уже невозможно отойти. Это такая зараза. Это так затягивает. С другой стороны, в детстве-то мы все увлекаемся, там, не знаю, кто-то в теннис играет, кто-то там кораблики выпиливает из этого, из дерева, а кто-то фотографирует, но у кого-то это превращается дальше в судьбу, в жизнь, в образ жизни. Ну, так случилось и со мной. Как-то постепенно на ощупь я ведь пришла в фотожурналистику, я работала в ведущих изданиях «Гомеля», фотокорреспондентом какое-то количество времени. Работа очень увлекательная, очень интересная, но и одновременно развивалась не только в жанре репортажной фотографии, но и практически вот я хотел немножко попозже, то есть если мы уже... Когда вы по-настоящему почувствовали себя фотографом, фотожурналистом, ну, как бы, когда профессионально этим занялись уже? Ну, не в 15 лет. Не в 15, а где-то лет на 10 позже, наверное, когда состоялась моя первая персональная выставка. А, вот как. Да. Как.
Да. То есть, а до этого это все было такое... А до этого просто казалось, что я просто подбираюсь к чему-то серьезному, подбираюсь. Когда состоялась выставка, я, наконец, могла себе сказать, ну вот я и состоялась. Угу. Выставка, то есть это была какая-то, ну, итоговая... Выставка была... Вы занимались в каком-то кружке или нет? Городе... Ну, потому что вот мы с Вячеславом Суходольским разговаривали, вы же знакомы, да? Безусловно, я думаю, мы все знакомы. Да, все так или... Он сказал, что он в фотоклубе «Полесье», в Белице был такой фотоклуб. Вы тоже там были или нет? Ну, мы все выросли из одних и тех же штанишек. Все мы родом из детства. Да, совершенно верно. И с Суходольским мы именно там познакомились. Замечательный фотограф. То есть вот, занимаясь в клубе, да, потом как? Накапливались, количество снимков накапливалось? Появилось желание выставить это? Количество снимков и, самое главное, набирался опыт какой-то. И вот эта критическая масса опыта и фотографий, в конце концов, потребовала... какого-то выхода. А опыта какого опыта набирались? Что такое опыт? Что это? Ракурс, кадр, там, композицию выставлять вместе с выдержкой? Совершенно верно. Все это в совокупности. Плюс, наверное, еще и какой-то житейский опыт, когда уже появилось, что сказать аудитории, когда уже захотелось высказаться и поделиться своим миром. То есть все-таки Хельмут Ньютон немножко так лукавит, да, относительно того, что не слышно фотографов. Фотографов слышно, но они говорят на каком-то, наверное, другом языке. Вот я или нет, или я не прав? Я думаю, как, что... Хочется что-то сказать. Вот сейчас мы с вами разговариваем, мы с вами говорим, да? Это в таком в обиходе. Мы говорим. А вот фотографии, которые мы видели, еще будут. Наверное, это другой язык или нет? Я думаю, что здесь вопрос очень философский и очень неоднозначный. Вот я фотограф, вы поэт. Нет, я журналист, ведущий. Ну, хорошо. Я знаю, что вы еще и поэт. Никому не говорите. Вот у нас присутствует Ростислав, музыкант. Прекрасный музыкант. И мы совершенно разные люди, у нас совершенно разные занятия. Творческий. И тем не менее, мы все друг друга прекрасно поймем. Потому что мы, творческие люди, разговариваем все-таки на одном языке. У нас примерно одинаковое душевное и духовное устройство. Другое дело, что диалекты у нас у всех разные. Способы выражения. Способы выражения, совершенно верно. У меня это... Ну, фотографические способы, у вас слово, здесь музыка и звук. Но мы все одинаковые, мы все близнецы-братья. Я в этом уверена. Я ни разу в жизни не встречала творческого человека, с которым мне было бы трудно общаться. А в моей жизни, как у журналиста, было очень много таких встреч. И эти люди все очень похожи друг на друга. Мы все на одном языке говорим. Но все-таки вот именно о диалектике, если так можно выразиться, диалектике фотографического способа выражения. Вот о чем хотелось бы, поскольку это ваше. Это ваше. То есть где-то назрел, я возвращаюсь туда, к первой выставке, назрел какой-то массив, желание что-то сказать. И вы почувствовали вот эту вот специфику этого диалекта? Безусловно, безусловно. А в чем это заключается? Почему? Я объясню, почему такой вопрос. Сейчас фотографируют все. Все. Куда ни, везде. Визуализация сплошная. Но кто-то профессионально этим занимается, кто-то нет. Это должна критическая масса нарасти? Или это особый склад? Вот о чем. В чем характеристика этого диалекта фотографического способа выражения? Понятно. Ну, кому-то дано, кому-то не дано. Ну, вот кому-то так. Дано совсем другое. Людей, у которых нет таланта, не существует.
он обязательно в чем-то есть. Пусть это будет талант лидерский, организаторский талант, кулинарный талант, не имеет никакого значения. Но если человек родился с задатками художника, с задатками наблюдателя, что очень нужно для репортерской работы, то он вполне может выбрать для себя фотографию. Что случилось и со мной, собственно говоря? Вы употребили репортерское, то есть став после первой выставки вы пошли работать в газету? Вы работали фотокорреспондентом? Да, работала фотокорреспондентом, но при этом я не могу назвать себя в полной мере репортажным фотографом, хотя я очень люблю этот жанр, но у меня есть и работы в других жанрах. Я очень люблю снимать портреты, я очень люблю снимать людей. Наверное, самое интересное, что может быть на свете, это, конечно же, человек. Мне очень нравится наблюдать за людьми, очень нравится находить какие-то ракурсы. Мне нравится общаться с людьми, докапываться до того, что у них находится внутри и что они из себя представляют вообще. И вот очень хочется этим поделиться. Поделиться через фотографию? Через фотографию, да. А можно выразить вообще психологический портрет и вот как-то так это через фотографию? Вроде бы фотография это что? Вот запечатленное мгновение и все. Или там подретушировать что-то, брови мне подрисовать, например. До сих пор так бытует такое мнение, что фотография к искусству не имеет никакого отношения, что это чисто технический вид творчества, может даже и не творчества, а какого-то ремесла. Я с этим категорически не согласна. Все зависит от того, какие цели, какие задачи ставит перед собой фотограф. Если вот я возьму, просто сфотографирую эту чашечку, допустим, просто для того, чтобы показать, что вот четвертый канал, или что вот такая-то фабрика выпускает такую-то чашечку, и я не ставлю никаких художественных задач при этом, я просто фиксирую, то, естественно, тут ни о каком творчестве речи быть не может. Но если я хочу выразить какую-то конкретную мысль, если я хочу показать того же самого человека как личность, показать его изнутри, рассказать, какой он, или какое-то состояние природы запечатлеть именно в этот момент, именно с этого ракурса, а потом еще обработать так, чтобы это еще выигрышнее было, то тут, конечно, безусловно, это вид искусства, и чем дальше, тем мы больше в этом убеждаемся и освобождаемся от этих старых представлений о фотографии как просто о техническом занятии каком-то. Это творчество, наверное, и это искусство. Наверное, вот это мнение о том, что это техническое занятие, родилось, когда сам процесс производства фотографии был достаточно такой сложный, трудоемкий. Там, где экспериментировали с этими фиксажами, проявителями, закрепителями, выдержки там, и так далее. То есть это все, кажется, превращалось с экспонометрами в технику. Сейчас же, если прогресс нам позволяет делать моментальные снимки, и все автоматически настраивается, наверное, по-другому уже воспринимается сам кадр, конечный результат, так или нет? Безусловно. Вы сказали, что хочется, ну вот, передать, либо это пейзаж, либо это вначале мысль присутствует, или вы видите ракурс, и тут же возникает мгновенно, что вот, а хорошо бы вот так это показать. Или это вначале целенаправленно так вот, будем снимать Ростислава. У нас серия портретов музыканта-топера, да, будем снимать Ростислава, да? И дальше целенаправленно идет работа с разных ракурсов. Так это происходит? Я бы сказала, что это более сложный процесс. У меня, например, бывает, что я вообще от единственного слова начинаю отталкиваться. То есть идея появляется? Бывает, что идея.
Бывает что-то вот, где-то видишь, где-то смотришь, и что-то придет в голову. А бывает что-то вынашиваешь очень долго, что-то волнующее тебя. Но у меня, например, бывает, что я от слова начинаю отталкиваться. Вот, например, у меня услышала имя, которое мне безумно понравилось. Но это было довольно давно. Имя Кончита. Такое испанское красивое имя. Я стала искать модель, которая будет Кончитой у меня. Я нашла такую модель и сделала такую. То есть в вашем представлении, да? Да. В вашем представлении, как должна выглядеть Кончита, да? Да. Испанка. Первична идея все-таки. Ну да, если речь не идет о репортерской съемке. Ну, когда, о репортерской, да, отдельно. Целиком... Мы чуть попозже поговорим. Да, потому здесь что неожиданность. Все-таки вначале была художественная выставка, персональная художественная выставка для вас, а не репортерская работа, потому что бывает и по-другому. Да, да, да. Да. Вначале... Я начинала как художник. Как художник. Да. И продолжаете. Ну, я, в общем-то, остаюсь быть художником, безусловно. Хотя репортаж – это по-прежнему мой любимый жанр. Ну, с другой стороны, если уже так рассуждать, что где фотограф профессиональный может, извиниться, заработать деньги, оставаясь все-таки в своей профессии? Это, естественно, журналы, газеты, рекламная фотосъемка, там какие-то, так ведь или нет? Или это, ну, чтобы, да, не превращалось в любительство? Ну да, да. Но ведь репортажная съемка, она не так проста. Ведь здесь тоже нужно учитывать и живость кадра, и момент, когда нужно нажать на затвор, и выбрать интересный ракурс какой-то необычный, и уметь предчувствовать, что произойдет в следующий раз. Это все тоже элементы художественного творчества все-таки. И обязательно должна быть какая-то искра, какой-то нерв, даже если это репортаж. Ну, здесь уже, если мы о художественном творчестве говорим, что внутри идея, то здесь репортаж, события, вот задание редакции, и нужно принести определенное количество снимков, которые бы отражали уже, как можно говорить, о личном твоем восприятии. Ты можешь только подправить что-то там, это, а если событие произошло, нужно довести фактуру. Другие задачи у фотографии, нет? Ну, все-таки хороший фотограф стремится к тому, чтобы сделать репортаж живым и оригинальным. Не всегда это получается, не всегда, но все-таки это то, к чему надо стремиться. Вот, у вас получается? Не всегда. Ну так, но бывали же такие. Не всегда, но удачи тоже были. Бывали такие репортажи, что вот можно открыть газету там, да, или журнал и сказать, вот, да, 100%. Вот был, я довольна. Был такой фотокорреспондент в «Знамени юности», он еще когда-то работал, Драчев. Он просто славился необычностью своих репортажей. Он идет и вроде бы снимает то же, что снимает его коллеги. Он снимает в том же самом месте то же самое событие. А вот получается у него совершенно по-другому. Получается живо, получается интересно. И получается произведение, а не просто фотография. От чего это зависит? Мы ведь тоже с вами, ну вот если нам взять по фотоаппарату, будем снимать эти чашки, да, вместе, ну, наверное, снимки будут разные. Совершенно верно. Кстати говоря... От чего зависит это? Видимо, от личного взгляда это все зависит. От личного представления, от опыта. Когда-то в фотоклубе «Полесье» у нас бывали такие пленерные съемки, скажем, или съемка какой-то модели. Вот стоит модель, и все вокруг нее бегают. Одна и та же модель, один и тот же фон, а результат у всех разный. Кто как увидит, кто как найдет ракурс, кто как прочитает и как поймет эту модель. Поэтому здесь вот это личностное начало, оно, пожалуй, решающее.
Ну, без культуры, наверное, не обойтись. Культура в таком широком смысле. Не говоря о журналистах, которые бескультурные люди. Мы с этого начали, да? Культура кадра увидеть, то есть нужно ведь что-то увидеть. Здесь где-то целое направление фотографии есть, которое, где просто копируют художественные произведения мировые. Бывают такие случаи, но вот здесь я неоднократно была свидетелем того, как пытаются копировать, пытаются какую-то не свою собственную подсмотренную идею пытаются воплотить, и на удивление вдруг получается что-то совершенно свое. Так что я не осуждаю таких людей, кто пытается кого-то повторить, потому что иногда от чужой идеи что-то возникает свое. Но вы так не практикуете подобного рода. Как? Есть вообще какие-то такие, вы же давно занимаетесь фотографией, какие-то свои накатанные пути, точно проверенные, не знаю, для себя какие-то способы? Есть. Я никогда не пробовала идти чужим путем, как-то вот просто не приходило в голову, потому что мне с самого начала интереснее было свое. Мне просто не надо было кого-то копировать. Необходимости такой не было. Что такое свое? Хорошо, понятно. Работая фотожурналистом, естественно, там по заданиям редакции или там самостоятельно в поисках темы приходится бывать в разных местах. Это... А бывает так, что некуда, сидим в редакции целый день, если уже мы говорим про фотожурналистику. Или если без фотожурналистики, как это? Беру фотоаппарат, иду, снимаю. Или сегодня я снимаю в парке, завтра я еду на Припять, например, послезавтра лечу в Минск. Ну, если речь идет... И в итоге надо... Да, если... чисто технический процесс, как это вообще происходит? Если говорить о репортажной работе в редакции, то тут, в общем-то, где-то процентов на 80 зависит от задания редакции. Но у хороших фотографов, у хороших фоторепортеров, как правило, есть и свои собственные проекты. И у меня тоже такие проекты были. И это очень интересно. Я даже помню, по-моему, в «Гомельских ведомостях» была рубрика, где ваши фотографии на протяжении достаточно долгого времени были, да? Или нет? Я ошибаюсь? Я там работала. Ну, понятно. Я там работала, но там у меня были свои проекты. Циклы, серии были. Город глазами. Прогулка по городу. Еще какие-то были проекты, вот сейчас уже и не помню. Но, к сожалению, не в каждой редакции имеется такая возможность фотографу вести какой-то свой проект. Но, к счастью, мне повезло. В тех изданиях, где я работала, можно было самовыразиться в достаточной степени. Так все-таки возвращаясь, ну, понятно, по заданию редакции мы едем и снимаем, но параллельно ведь это не только тот фоторепортаж, относительно которого нужно привести там обязательно 5-10 снимков в номер. Параллельно ведь тоже рождались какие-то фотографии или нет? Сколько вот вы... Хорошо, давайте так, математически, за день. Сколько Лара Громадчиков делает за день снимков? Ну, или делала, работая репортером. Если я иду на день города в свое собственное удовольствие, я приношу 400-500 отснятых кадров. Вот так вот. Да, из них выбираю 5-6. Те, которые можно без труда, без стыда показать на всеобщую аудиторию. Потому что фотография, хорошая фотография – это руда, настоящая руда. Как добыча золота. Когда-то мой учитель фотографии Яков Борисович Хавин
говорил, что есть такая мистическая цифра 100. На 100 отснятых кадров один выставочный. Ну, пожалуй, это именно так и есть. И я очень требовательна к себе. Я никогда не покажу не сделанную работу. Я никогда не покажу работу, которую считаю недостаточно интересной. Ну, я, наверное, перфекционистка. Ну, наверное, ничего плохого в этом нет. То же самое и в репортерской работе. Но там уже, когда была пленка, тут надо было уже отчитываться. Надо было экономить, да. Каждый кадр на счету. Совершенно верно. Но, тем не менее, снимала я что-то для себя. И остался, в общем-то, даже пленочный этот архив огромный остался. Так что до конца жизни хватит печатать. Достаточно удивительно. 100 снимков для того, чтобы получился один. Да? Да, ничего удивительного нет. Потому что вот возьмешь кадр, там посмотришь, ракурс не тот. Другой кадр возьмешь, там шевеленка какая-то. Третий кадр возьмешь, он просто неинтересный. И вот так вот и фильтруешь. И вот, наконец, вот этот один, в котором все есть. Там есть и мысль, там есть идея, там есть и удачное творческое исполнение, подходящий ракурс. Вот. И это большая удача, и, в общем-то, это настоящее счастье для фотографа. Новая выставочная работа. Сколько персональных выставок было художественных? Тоже не могу сказать. Хватит этих пальцев? Наверное, нет, потому что в Гомеле у меня было выставок не так уже много. Вот, в других городах, за рубежом, было достаточное количество. Но я никогда не пыталась сосчитать, сколько их. Давайте вместе сосчитаем. В среднем. Хорошо. Ой, давайте не будем. Не будем считать. Я скромный человек. Мне просто все-таки я не могу, как это, за день 500 снимков сделать для того, чтобы иметь 5 снимков. И потом, сколько же это вообще нужно? Это особое состояние, наверное, внутреннее, психологическое нужно для того, чтобы вот идти и постоянно видеть этот кадр. Ну или просто так щелкать без... Ну, извините, я, конечно, пошловато немножко. Сказать по правде, вот иногда вот хочется, чтобы вот изобрели такую какую-то вот такую штуку, чтобы ее на глаз налепить и все время с ней ходить. Потому что ведь кадры, они постоянно, они на каждом шагу. Но интересно, что я, когда у меня камера с собой, у меня одно видение. Когда у меня камеры нет, я вижу, что я хуже замечаю эти кадры. Уже настройки вот этой нет. Вот. Но если вот этот кадр к глазу прилепить, ой, как было бы хорошо. Может быть, в этом есть и обратная сторона. То есть мы не живем, а фиксируем жизнь. Если постоянно вот этот кадр. Так ведь фотографии – это так же, как любой другой вид творчества, которым занимаешься серьезно, это образ жизни в первую очередь. И действительно, вот куда ни посмотришь, везде видишь. Вот я в студию в эту зашла, я первым делом стала во все стороны щелкать. Вот. Я не знаю, пригодится оно мне, или это в семейный альбом куда-то пойдет. Вот. Но уже вот эта привычка, вот этот образ жизни, он уже сохраняется. Образ жизни. Да. Фотограф – образ жизни. То есть воспитанные дети все-таки, да? Вы сейчас мы немножко прервемся на небольшую паузу, а потом продолжим относительно образа жизни и воспитанных детей-фотографов. Хорошо? Хорошо. Уважаемые телезрители, напомню, что мы разговариваем сегодня с фотографом Ларой Громадчиковой. Разговариваем о фотографии и о фотографах, о языке фотографии. После небольшой паузы мы вернемся в эфир.
Уважаемые телезрители, мы продолжаем нашу вечернюю встречу с фотографом Ларой Громадчиковой. Говорим о фотографии, о языке фотографии. Мы закончили перед этим на теме образа жизни, то есть взгляд без фотоаппарата и взгляд с фотоаппаратом, который рядом, это разные взгляды на жизнь. Как фотоаппарат формирует ваш взгляд на мир и как он отразился на образе жизни вашем? Я думаю, что он оттачивает взгляд, делает его более филигранным, более точным и, безусловно, действует на общее духовное и душевное состояние человека. Я думаю, что это у всех так. Особенно приятно видеть что-то такое красивое. Вот заснимешь. Вот. Если не заснимешь, то переживаешь, что я не успел ухватить этого. Ну, в общем, в идеале, конечно, надо постоянно носить с собой камеру. Но почему-то изобретатели хороших фотоаппаратов как-то вот мало думают о том, что много снимающих женщин и... Все это такое тяжеленное. Да, вот когда-то у меня была пленочная такая маленькая камера Киев-35А. Я ходила по улице, она все время у меня висела на руке, такая игрушечка. А сейчас это называется мыльницами, и они, как правило, плохого качества, у них слабое разрешение, ничего хорошего с них не сделаешь. Поэтому... Приходится с собой таскать и дамскую сумочку, и тут же тянешь с собой. И кофр огромный с тремя фотоаппаратами и целевиком объективом вот таким, да? Совершенно верно. Совершенно верно. Но техника все-таки нужна для того, чтобы сделать хороший кадр. Яков Борисович Хавин когда-то говорил, что снимать можно валенком. Это, конечно, преувеличение, но хороший кадр, он в первую очередь в голове. Но если человек ставит такие задачи серьезные перед собой, участвовать в каких-то серьезных проектах, выставках, то, конечно, здесь качество оптики имеет значение решающее. Потому что с плохим качеством просто фотография никуда не пройдет, ее никуда не примут. Поэтому здесь нужно учитывать все. И вообще, когда фотограф фотографирует, он не должен думать о технике. У него все должно быть пристрелено, у него должен быть полный комфорт для работы. Для того, чтобы он знал, что вот это штатив, который он знает, что этот штатив качественный, он не будет шататься, у него нигде ничего не отвинтится. Поэтому качество все-таки это важно. Но главное все-таки вот здесь. Для участия в каких-то выставках, да, в каких-то конкурсах качество необходимо. Техническое, там, художественное. Вы сами опыт большой участия в такого рода конкурсах, выставках международного уровня. Следующий вопрос будет о языке, на котором говорят фотографы, которые общаются на разных языках, но все-таки понимают друг друга. Давайте вначале вы... Еще раз повторите вопрос. В конкурсах вы участвовали? Ну, безусловно. Давно, достаточно. Какой опыт вообще? Безусловно. Практически с самого начала я... Первый раз участвовала в конкурсе фотографическом уже через год после того, как начала заниматься фотографией достаточно серьезно. Вот пришла в фотоклуб «Полесье», и через год моя первая фотография, первенец, уже пошла на конкурс. И как-то сразу же был успех у этой фотографии, который меня, естественно, окрылил. Но после этого... понеслось. Это стало уже на поток, да? Ну да, сейчас... То есть участие в конкурсах – это нормальное состояние для признания, что ли?
для самоудовлетворения? Ну, безусловно, вариться в собственном соку и снимать в стол – это как любое другое творчество. Это даже где-то неправильно. Это неправильно, потому что какой-то выход все-таки должен быть всегда для самого себя, ну, потишет свое самолюбие. Но это все-таки, наверное, когда человек ставит серьезные цели и видит, что он находит отклик, это все-таки важно. Ну да, как-то потешить самолюбие, сделать 500 снимков, из него 5 выбрать, это слишком трудоемкое тешение своего самолюбия. А признание итоговое, ну, итоговая работа фотографа, что ли, это выставки? Это конкурсы? Это куда тогда? Как показывать людям? Вы как показываете? Через выставки? Через выставки. Сейчас большие возможности дает интернет, конечно. Ну, сейчас как-то стало легче общаться с людьми, благодаря, ну, находить путь к зрителю, именно благодаря интернету. И многие фотографы, замечательные фотографы, даже в нашем городе, они... Это, кстати, очень большая проблема, что нет фотоклуба сейчас в городе. Серьезного фотоклуба, который мог бы помогать продвигаться фотографам, помогал бы им расти. Ой, ушла куда-то от темы. Почему? У нас музей фотографии. Почему при музее фотографии нельзя? Потому что я помню, мы с Олегом Белоусовым говорили еще... Достаточно давно. При музее фотографии сейчас, кстати говоря, действует фотоклуб, но пока что он набирает обороты. Ну, конечно, было бы хорошо, если бы у них все получилось, потому что фотоклуб в городе нужен, потому что столько в городе интересных молодых фотографов, столько в городе женщин, фотографирующих сейчас, которые обладают замечательным потенциалом, но некуда. Ведь нужно услышать и мнение о своих фотографиях. Мнение не только вот друзей каких-то, которые лайки ставят всем, а мнение все-таки профессионалов, специалистов, которые могут дать компетентную оценку этой фотографии, где-то что-то подсказать, где-то похвалить. Вот здесь, конечно, есть над чем работать. То есть вы считаете, что должно быть какое-то профессиональное сообщество, ну, по типу союза композиторов, союза художников, союза фотографов? Должно быть такое сообщество. Для того, чтобы держать планку какую-то художественную относительно фотографии? Для того, чтобы фотографы могли обмениваться опытом, чему-то друг у друга учиться, чтобы были какие-то совместные дела, совместные пленэры. Ну, в общем, единомышленники должны общаться, я в этом уверена. В одиночку трудно достичь каких-то успехов, уже потому, что самому себе оценку ставить сложно. Нужно, чтобы кто-то посмотрел и кто-то оценил. Это тоже важно. Вас оценивали в свое время и на протяжении... Неужели все так хорошо было? Да нет. И раньше всякое было, и сейчас тоже критики немало. Уже потому, что два художника, они на одну и ту же фотографии могут смотреть совершенно по-разному. Это совершенно нормально. Когда критикуют, это совершенно нормально. Другое дело, что если автор уже достиг какого-то уровня, он уже умеет согласиться и не согласиться, и он нормально к этой критике относится. Это признак зрелости, когда автор нормально относится к критике. То есть вы там говорите, что хотите, я все равно буду делать то, что считаю нужным. А может, что-то толковое подскажут. Такое тоже бывает. Я думаю, что в творчестве, так же, как и в любом занятии, учиться нужно постоянно. И пока человек живет, он чему-то учится.
Это нормально. И тем более, что фотография – это такая бездна, она просто непостижима. У вас фотографии формат меня интересует. Вот мне как-то, только что подумал, у вас небольшого формата фотографии? Ну, такие, я не знаю, Хельмут Ньютон там на стену фотографии вообще печатал. А просто нет необходимости печатать фотографии на стену. Нет. Выставочный формат – это, как правило, где-то 30 на 40, 30 на 45. Mm-hmm. И это тот максимальный и такой комфортный формат, который… Внутри этого, не выходя за рамки, не экспериментируя с форматами, например? Просто не было такой необходимости. Вот. Но сейчас такая тенденция, что если участвуешь в какой-то международной выставке, достаточно послать в электронном варианте. Угу. Чтобы понятно было, о чем речь. Да. Распечатывают на месте все это. Это, кстати, есть определенный риск, потому что тут и цветопередача, которую хотелось бы отследить. Ну, возможно, и в кадрировке какие-то уже погрешности получатся. Но такая вот практика сейчас принята, что зачастую посылают не фотографию в бумажном варианте, а просто электронный вариант. Художники, фотохудожники, фотографы общаются, ну, это международные выставки. Вы сейчас говорите, что если отослать куда-то там, где-то, я не знаю, где, в Германии, в Англии, в Америке, в Израиле, распечатали, понимают друг друга как-то? Вы Хельмута Ньютона понимаете? Конечно, понимаю. Или как-то не все, как обычно, да? Вот Ньютона, конечно, понимаю. Это, в общем-то, тот художник, который лег на душу мне сразу. Но он очень эстетичен, он очень деликатен. Он был один из первых, кто стал в таком жанре. Но я гламуром не хочу это назвать. Нет, гламур – это более грубый жанр. Но вот на подходе… Утонченный. Да, на подходе к гламуру был какой-то вот переходный такой жанр. Mm. Может быть, он даже сам его создал, а потом появились какие-то последователи. Он тоже снимает женщин, он снимает девушек. Но… Так деликатно, так утонченно. В общем, все очень красиво. Любую его работу можно вешать на стенку и любоваться днями, то есть, годами, месяцами. То есть совершенно не обязательно знать немецкий язык или английский, если вспоминать, нет, что конечно. Он в конце жизни в Австралии жил. Я, кстати, только что подумал, что, может быть, мы так говорим о Хельмуте Ньютоне, может, у кого-то из наших телезрителей возникнет желание посмотреть его работы, кто не знаком. Да? Это так, между прочим, да, можно найти в интернете, посмотреть, кто такой Хельмут Ньютон, да, и что такое вот это эстетство, о чем мы говорим. Но язык, не зная немецкого языка, вы общаетесь с Хельмутом Ньютоном. Точно так же можно сказать про любого фотографа, наверное. Или нет? Точно так же понятна ваша работа или непонятна? Это особый язык, я вот к чему. Если мы слышим Баха, там надо знать немецкий язык. Здесь абсолютно то же самое. Абсолютно то же самое здесь. Мы это видим. Другое дело, что бывают какие-то репортажные работы, когда нужно понимать, что там происходит, а мы, вот, не зная истории, не зная, что всему этому предшествовало, и что, с чем связано это событие, то тут мы не поймем ничего. Но если речь идет о художественном произведении, здесь проблем никаких нет. Это как художник изобразит что-то, или фотограф сделает то же самое. Все будет понятно. Ну, если уже туда, в эту сторону исходить, то, например, если сравнивать из живописного творчества, да, там есть целый штат критиков, которые определяют, вот это хорошо, это плохо. Здесь как бы то есть искусствоведы – это отдельная каста, наверное.
В фотографии тоже существует такая каста, которая специализируется на фотографии искусствоведов. Существует? Безусловно. Сейчас многие искусствоведы переквалифицировались на фотографии. И сейчас жанр, не жанр, а как это сказать, специализация фотокритики, она, в общем-то, входит в... как это сказать, в вузах это преподают. То есть это нормальная образовательная специализация, да? Да. Так же, как выпускают искусствоведов, так же выпускают... То есть фотокритики? Да. Они на вас не нападают? Было один раз. Было? То есть так профессионально разложили, вот в правом нижнем углу у Лары Громадчиковой мы видим неправильные оттенки, которые не соотносятся с общей композицией и влияют на общий ракурс, и тем более, да, размытый правый верхний угол, да? Так это все происходит? Ну, там было скорее... И очень напоминает это концепцию Баха, не Баха, там, ну, давайте, Рембрандта из позднего периода. Там было немножко по-другому, там просто придрались к моему жанру. К жанру? К жанру, да. Вот, что такой жанр, в общем-то, он себя изживает и, ну, в общем... Какой? Портреты или пейзажи? Портреты, да. Портреты изживают себя? Ну да, я тоже считаю, что если это классический портрет, то он как был 100 лет назад, так он и останется классическим портретом. Вот это вы меня удивили вообще. Вот. И это на самом деле была претензия к вам, то, что портрет изживающий жанр? Да, это давно было. Давно это было вообще? Ну, это было 10 лет назад на выставке в Москве. Присутствовала такая известная американская фотографиня Марта Казанав, которая постояла около моих работ и так вот сказала, что такого жанра уже нет. Ну, а я... как уверенный в себе фотограф, с ней не согласилась. Хотя ее работа мне тоже очень нравится. Чем аргументировали? Вы же есть, я же ваш портрет могу сделать. Это аргумент. А я сделала ее портрет. А, вот так вот. Да. Ну, правильно, клин клином. То есть, как это, человек есть, а портрета нет. Да. А личность вообще существует в фотографии? Личность. Личностный взгляд, ну, я не знаю, там, потому что, если уже из той же живописи, мазок Ван Гога от, там, плоской кисти Поленова, например, отличаешь сразу. Это, ну, безусловно. Так, есть авторы, которых можно вот взглянуть и сразу сказать, что это вот такой и такой. Есть авторы, ну, скажем, Слюсарев, который, ну, наверное, он первый пошел в жанре... это натюрморт, но он не классический натюрморт. Он фотографирует там где-то трещину, где-то бензиновый какой-то развод. Такой гиперреализм. Да. Но было время, что снимал так только он. Сразу можно было сказать, что вот это он. Вот. Есть авторы, которые ухватятся за одну тему и всю жизнь ведут эту тему. Ничего плохого в этом нет. Вот Лихтарович, минский фотограф, он снимает только окна. Но как он это делает вкусно? Это можно завесить все стены, охотник, и они же все разные. Они все разные, эти окна. Вот. Или... Ну, в этом тоже своя концепция, наверное. Ну, безусловно. Безусловно. Я думаю, что снимать надо то, что нравится, к чему тянет, что получается. Человек сам чувствует, что ему интересно, а что неинтересно. Или кто-то выбирает для себя свет и тени. Вот. То есть это уже немножко художественная такая подход к кадру, да? У вас свои пейзажи, портреты? Портреты мы говорили. Ну, я выбрала для себя жанр классического портрета, хотя я пробовала себя и в
каких-то более современных течениях. Но к душе вот классика, классика и репортажный жанр. В особенности жанр неоднозначного репортажа. Это... Не интригуйся, что такое неоднозначный репортаж? Это... Репортаж сам по себе вообще уже провокационная достаточно такая, а тут неоднозначный. А сейчас практически в каждом жанре появились какие-то новые течения. Неоднозначный репортаж – это... Тоже репортаж, но если в классическом репортаже мы обращаем внимание на какую-то кульминацию какого-то события, ну или какой-то, может быть, сопутствующий, но конкретный момент. Явно выраженный момент. Да, 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 да. То в неоднозначном жанре мы можем снимать, допустим, не то, как вручают хлеб-соль, а что этому предшествовало на минуту раньше. А то, как развязан шнурок на ботинке у того человека, которому вручают этот хлеб-соль. Совершенно верно. Вот как бы какая-то подготовительная работа. Немножко смещая акценты. Да, 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 да. И зачастую получается, что это получается интереснее кульминационного репортажа. Ну, это надо видеть все-таки. Это опять-таки мы возвращаемся да. к этим профессиональным качествам фотографа. То, что кроме того уже получается, что вам с вашим опытом, можно так сказать, с вашим опытом уже Скажите. скучно видеть вот это вот плоское вручение, ну, если мы уже там хлеб-соль, да, хочется увидеть mm-hmm. что-то другое рядом. То есть это видят mm-hmm. все, а вот что не видит никто. Совершенно верно. Да? Да, иногда получается просто шедевры. Я не говорю о себе. Да ладно. Вообще в этом жанре... Не смущайтесь. Этот жанр, но он необыкновенно интересен и непостижим. Наверное, самому азарт, самой, да? Азартно увидеть в обыденном что-то необычное. Найти этот. Да, да. Ну, это же надо постоянно иметь такое игривое в подвешенном состоянии мышление. Так оно и есть. Это и есть тот самый образ жизни. А, то есть образ жизни фотографа вообще отразился на том, что сейчас, кроме видения фактуры как таковой, еще присутствует взгляд какой-то такой... Ну, у него мозги так повернуты. Он везде этот кадр ищет. Вот я здесь сижу, а сама смотрите, там... А сама смотрите взглядом, на меня? Взглядом тихонечко на нашего оператора. Ага. Я думаю, вот бы сейчас его щелкнуть. У него такая задумчивая такая поза. Ну, наверное, стоит сказать, что операторы наши тоже не чужды увлечения фотографии, так или иначе. Они ведь тоже держат этот кадр, то, что мы с вами видим. Так что это профессиональная такая... С операторами мы тоже находим общий язык. Это наши люди. А вы видео не... Не работаете с видео? Не довелось. Не довелось? Ну почему? Сейчас же вообще это... Если таскать уже кофр вместе с женской сумочкой, кофр с вот таким телевиком и с тремя фотоаппаратами качественными, то, может быть, одну камеру видео не носить, нет? Руки просто не доходят. Не доходят руки. А так, конечно, это замечательное занятие, видеосъемка. Не менее интересное, чем фотография. То есть вы так специально целеустремленно этим не занимались? Видео, я имею в виду. Ну, потому что это, ну, как сказать, следующий этап развития, если хотите. Возможно. То есть вначале наскальная живопись, потом расписываем стены, потом стены рисуем маленькие картинки, которые можно переносить, потом мы фотографируем, а потом уже снимаем кино. Не зарекаюсь, все может быть. А, то есть все еще впереди. Да. Возвращаемся к Хельмуту Ньютону. Фотографы, воспитанные дети, их всегда видно. Фотографов видно? То есть о том, что их не слышно, мы тут попытались уже как-то говорить про язык, но фотографов видно? Вы можете отличить человек, вот этот фотограф, это не фотограф? Если в работе, так конечно. А если... В работе в смысле? Если я хожу с фотоаппаратом, то я фотограф? Ну, конечно.
А зачем тогда ходить с фотоаппаратом, если не фотограф? Ну, так вот в толпе я не отличу фотографа. Нет. Ну, а так, если человек идет с фотоаппаратом, то сразу родная душа вроде бы. Приятно. То есть можно подойти и спросить, а вы что видите в этом мире? Сейчас как-то фотографов стало гораздо больше, и между ними уже нет таких доверительных отношений. Было когда-то время, что их было совсем мало. Мы все были знакомы друг с другом. И бывало, что на каких-то съемках, на каких-то мероприятиях подходит незнакомый человек. А у тебя есть эта пленка 65 единиц? Есть, на. Вот, запросто. Вот, свои люди все. Ну, все равно вот эта корпоративная солидарность какая-то, она остается, конечно. И она всем нужна. Братья. И она нужна. Нужна, конечно. Ну, почему нет? Конечно, нужна. Мы в студии разговаривали с Вячеславом Суходольским, когда, да? Там цитата из Сюзан Зонтаг о том, что все должно рано или поздно превратиться в фотографию. Я вот хотел у вас спросить, вы согласны с этим? Потому что все должно превратиться в фотографию. А все это что? А все это жизнь. Вот то, что мы с вами посидели, поговорили здесь, останется просто фотография или тот снимок, который, как вы сняли оператора. Все. Чашка, которая была создана, она разобьется, но останется снимок. Ну, затрудняюсь что-либо сказать, не осознала эту фразу до конца. Ну, понятно. Я так думаю, что мы по поводу этой фразы мы можем еще встретиться. И заодно посмотреть новые работы Лары Громадчиковой. Потому что хорошо, давайте выставки мы на пальцах не перечислили. Страны мы можем перечислить хотя бы напоследок, в которых были ваши выставки? Беларусь. Россия. Польша. Израиль. США. Так, Чехословакия еще, когда она была Чехословакией. Да, Болгария. Ну, пожалуй, персональные выставки все. А вот участие в конкурсах, тут география гораздо шире. Все равно впечатляет. Как минимум 7 стран персональные выставки фотографа. Это чего-то достоит. Я вам желаю творческих успехов. Спасибо. Будем завершать наш разговор. Я надеюсь, что те, кто носит с собой фотоаппараты, и вообще те, кто увлекаются фотографией или хотят заниматься ею профессионально, во всяком случае, было полезно послушать нашу беседу. Спасибо. Уважаемые телезрители, мы беседовали сегодня вечером с фотографом Ларой Громадчиковой. Беседовали о фотографии, о языке фотографии, о фотографах и их образе жизни. Меня зовут Сергей Краснобород. На этом будем прощаться. Музыкальное сопровождение Ростислав Бондарев. Спасибо компании SoundProBuy за помощь в подготовке программы. Увидимся.